К другим темам. В Саратове обсудили культурное наследие региона. Организаторами международной научно-практической конференции выступили Институт искусств Саратовского госуниверситета и культурный центр имени Столыпина. Основная цель конференции – собрать на одной площадке всех, кто интересуется историей и культурой Саратова. Участники поговорили о сооружениях, которые относятся к памятникам культуры, обсудили личность Столыпина, а также рассказали, как приобщают саратовцев к чтению в рамках Года литературы. Культурное наследие Саратова, Саратовской области, оно ведь может быть не только материальное, не только то, что нас окружает. В первую очередь, наверное, это даже важнее, это духовное, культурное наследие. Этот год объявлен годом литературы президентом Российской Федерации. Саратовская область не стала исключением, который проводит год литературы. Научно-практическая конференция в Саратове проводится четвертый раз и в этом году продлится три дня.